have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Привет-привет! Сегодня мы пойдем немножечко порасслабляемся в гольф. Ну, посмотрим. Если игра пойдет хорошо, то расслабимся. Если нет, то ведро нервов обеспечено, правильно? Да, обязательно. Нажимаем play. Поехали. Бам. Нет, не... О, фу. Я вроде на... Нет! О, привет. Это... А это как сейчас было? Почему я никак не могу? Да! Черт! Прикинь! Это... Вот это был сейчас просто фейлище! Как можно было этот мяч не забить? Это почти последний ран, прикинь. Это фиалка, братан. Блин, почему я не могу повернуть? Да, осталось... 2-3 лунки. Ну и хорошо, начнем новую игру и... бульк. Давай, давай, чуваки. Давай, давай. Сотня. 31. Нет, ну на горку-то забить нереально, вы чё, это ж нужно... За 31 попробуй. 34. 31. 34 забивается. Фух. А сколько у тебя монет? А, где ты посмотри? А, 340. 248. Ты забил, да? Да, забил, конечно. На 31, что ли? Да, на 31. Не забил, но со второго раза забил. Глянь, как чувак застрял. Лунка. А, ну все, он уже типа в лунке, ну так заехал наверх, но в лунку не попал. Чувак с таким же шариком, как у тебя, просто застрял. А, нет, не застрял. Нет, это не такой шарик, как у меня, по-моему, это чуть другой, мне кажется. Там лодочка есть, прикинь, в лодочку попасть. Лодочка? А так что, можно было? Я не знаю, но она ж для чего-то есть. А, ну я думаю, это вон с той лунки. В следующем раунде. Осталось две лунки, две или три? Спорим то, что осталось три. Понял. Блин. Марш! Все, я понял, как делать. Я за тебя крайне рад. Я, в общем-то, случайно почти попал в лунку в прошлом раунде. Я вот попал, да. Чувак, давай ты... Да, забил! Да, вот это как сейчас было? Так, это двадцатка нужна. А, нет, двадцатки не хватает, конечно. Давай пятерочку, шестерочку. А, и шестерочки тоже. Классно, мы просто так типа ходы тратим. Серьезно, смотри. Я вижу. Я за тобой наблюдаю. Ультра боги. А у меня дабл боги. Я там со 150 тысяч ходов забил просто. Поэтому и ультра. Да. Нано! Ну, в смысле, нани. У этого Закселя прикольный скин на мячик. Угу. Где я вообще? А, ага. Я на 12 месте. Я, короче, последний, да? Последний. Нет, ну это ж было бы слишком... Здесь на сотку надо. Нет. Ну, как бы да, но на сотку ты с первого раза не забьешь. Да, не забьешь. 37 горку не поднимает. Нужно где-то 50, может быть. 46. 46! Я как раз на 46 ударил, и его не хватило. Да, значит, давай 53. 2. 53. Да! За что? На 4. А я на 6. Почему у тебя больше монет, чем у меня? Ну, наверное, потому что мне их дают, не? Ну, мне тоже их дают, просто меньше. Я
не собираются забивать? Нет, они купаются, ты же видишь. Но сотете. Сотете? Да, сотете? Давай сотете. Ууу, сотете 21 смог. Остались два самых красивых чувака. Этот самый красивый, типа, самый бесполезный. Не, а где он в таблице? Я его даже не вижу. Не, ладно. Так, последняя лунка. 11. Тебя тут даже нету. Нет, я 12. Нет, я боялся этой лунки. Привет. А что будет, если забить тот шарик? В дерево! Почему ты в дерево не врезался? А, если ты забьешь в этот маленький шарик, ты попадешь в целую кучку воды. Да, целую кучку. Тупая! Тупая, да. 2, 3. Только нет! 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 Это как раз лунка с лодкой. Так, нужно где-то 70. Спасибо, хорошо. Блин. Нет, ну это импосибро, это получилось типа один раз и все, можно забыть. Ты сейчас забил? Нет, нет. Типа мне получилось один раз по доске пройти и все, после этого можно забыть вообще, что существует доска. Нет. Стой! Ну это невозможный мяч. Ну то есть, он, конечно, возможный, но... Там чувак забил. Уи! Нет! Нет, чувак! Нет! Нет! А! Я просто там в 10 сантиметрах от лодки был. Уже подумал, чего? Да это невозможно, ну как так-то? Опять, ну, два раза я был очень близок к лодке, ну да. Но я же говорю, это вот, вот эта лунка, она очень сложная. 15-й Фух. Или, он, люди позабивали с 13-й попытки, с 11-й, с 9-й, но позабивали. Мы почти единственные, кто не забил. Тун-тун-тун-тун. Хорошо, поехали дальше. Да. Куда пойдем? Я предлагаю кладбище. Кладбище? Почему вы и нет? О, все убирают Кэндиленд. Да, пойдем по сладенькому. 4 на Кэндиленд. Что же за фигня? Кэндиленд. Все-таки Грейвьярд. Нет, 3 на 4, жаль, Кэндиленд. Кэндиленд, по-моему, там, где мы в прошлый раз играли. Я просто... Я хотел другую карту, ну ладно. Нет, я был так близок к первому. Почти с первого раза, блин. Так, что нам, полтос был? Со второго. Полтос. Со второго раза, изи. Нет, не полтос. На куда ж ты? На сотку. С третьего. А я Берги. Не пар. Тут еще и лунка с углублением. Тут реально запросто можно было выпить второй раз с первого раза, типа со второго точно. И я как бы такой с третьего. Давайте с третьего. Черт. Единственный, кто забил с третьего. Ну я с третьего. Ну это со второго, у тебя два. Я 12-й, пока что. Сейчас места распределят. Я буду где-то там 4-5. Ты 7-й, 7-й. Я 5-й. Угу. Да. Слишком сильно. Я угадаю эту мелодию. Нет, почему я? Блин.
Так, четвертый не забил. Пятый. Да вот тут из-за этой ла... Да ну почему ж ты так делаешь-то? Нет, вот эта лунка реально просто бесячая. Шестой раз забил. Она не то, что какая-то плохая, она просто бесячая. Я все равно буду на более высшем месте, чем ты, наконец-таки. Там надо было 32 где-то, я думаю, ну-ка. 38. Пунк! Ультра! На последней секунде. Фух, хоть забил вообще. С какого-то там 356-го раза. С восьмого! Никто не забил с восьмого, вам ясно? Шестой. Это антирекорд. Я шестого забил. По-моему, я единственный, кто забил шестого. И... Я почти мог со второго раза забить. Ты же это видел, да? Третий. Бёрди. Берди. Ла-ла-ла! Ты с 30 монеточек. Круто. Найс. Куда у меня уже 9 левел? А, кто-то играет в эту игру, а? Нет. Посмотрим на Рукуа 11. Сотета 21. Сотета не играет. А, не играет, ладно. Он просто думает, как же ему... Как же ему теперь жить в этой жизни с такими результатами? Офигеть! Это было близко сейчас. Так, на каком я месте? Я на восьмом месте? Да. Я на восьмом месте? Да, чувак, я до сих пор на 12-м. Так... Ты издеваешься? Да, он издевается. Давай к 73. Только попробуй меня. Пойнь. Четвертого раза. Пойнь. А ты с какого забил? Я забил, ты уверен, что это... Ты что, не забил? О, ты не забил. Так, я сейчас где-то на восьмом месте буду. Есть. Опять. С какого раза? С какого-то. С шестого. Ну хорошо, с шестого. Плохо. Ну, типа... Not great, not terrible. Давай, чувак. Бедный. Ты можешь это прочитать? Эзацл. Один на ранах. I have Titan Trophy. Круто, чувак, поздравляю. И что, он типа вышел? А, он пошел на трофей смотреть. И этот тоже, типа, ты вышел. А, нет, время закончилось. Я восьмое место. Кто восьмое? Ну ладно, я 12-е вообще. Так. Ага. Погодите-ка. Я не уверен, что мне стоит что-то делать вообще в этой жизни. Ну ладно. Уии! С какого раза надо забить? 61. Второй. Ты видел, как я был близок к автономии? Сейчас я за тобой наблюдаю. А, ты забил? С третьего. Блин. Надеюсь, ты... Чувак, меня... ты говорит, меня затроллили! Я очень надеюсь, что ты не будешь первым местом, как в том раунде. Нет, ну я со второго забил. А я с третьего. На этой карте довольно-таки прикольно, потому что мне повезло. Я отскочил от стеночки, которая движется. То есть в этом явно есть именно удача. Я так не планировал. Да. Лак. Ну так-то почти все игроки забили нифига не с второго раза и не с первого. А с третьего? Вот, видишь, вот чуваку не повезло. Он пульнул шарик и наоборот стеночка подвинулась не вовремя. И он до сих пор на базовой позиции. Да. Сотете хана. За него как-то обидно. Так вот, я тебе говорю, вот когда пару лунок назад была очень бесячая лунка, тоже вот все против было. Что ты не делаешь, все не получается. Такое так, бывает. На каком же я месте? Восьмое. Седьмое. А ты на восьмом. На ней? Да. Так. О, нет. На сотку. Блин, сотка это был плохой вариант.
Стой, 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 стой! Фу, хорошо. Еще одна сотка? Нет. 34. Стой! Стой. Нет, это был плохой стой. 27. Сколько, 20? Стой! Чувак! Стой! Не-не-не-не! Да, все, отлично, да, двадцатник, все, я понял примерно, как это работает. Сюда где 22 надо. О, блин, пятый уровень, у меня открылся пятый уровень, прикольно. Я, ну, открылся, я до него зашел. Как он, с четвертого, с пятого, что-то такое? Ты теперь будешь на седьмом месте, а я на восьмом, это нечестно, это неправильно. Ты что, больше потратил? Да. Восьмом. Тын-тын-тын-тын. Ох, блин, ну этому чуваку не везет, ну-ка. Ну, змелёбо. Это что, ковбойская шляпа с радугой? Да, это ковбойская шляпа с радугой. Это отсылка на Горбатую гору или что здесь происходит? Ладно, кто не смотрел. Ты вообще посмотри на лицо этого шарика. Да-да-да. Так, вот это опять что-то пошло не так. Я седьмой, ты шестой. Да, мы, короче, оба подняли уровень. Ну ты же был седьмым. О, место. Я довольно-таки удачливый. Не такой удачливый, как та маршмеллка, но тоже удачливый. С четвертого раза. Пара. Ну наверх не надо же, ну что ты, зачем ты так? Вниз. Я верю в тебя, ты сможешь. Так, тут где-то полтос. Нет, не полтос, 42. Я же говорил. Да, ты же говорил. А ты меня не послушал. Попробуй 42. Пробую 40. Тоже слишком. А, не, нормально. Ну, много, там надо было где-то 32. И, ну, потому что меня от бортика откинуло, получилось неплохо. О, ты теперь можешь ящик с эффектами. Ну, я как-нибудь потом открою. Окей. Эти конфетки-тролляки такие, тынь-дынь-дынь-дынь. Да. Ты прикинь, у него последнего удара не хватило. Ой, вот это обидно сейчас. Очень. Так, я восьмое место опять. Ну, короче, да, в этот раз... В прошлый раз что, я то ли победил, то ли второе место занял, в этот раз я вообще не играю. Так, давай с первого раза. Лузер — это человек, который попадает в лузу, что ли? Я был... Да ну как? 14, 11. Да! Баги! С четвертого раза. Баги. Забагованная игра, да? Ну, то есть пара, да. Что, блин? Дабл-баги. Я, значит, опять буду где-то на шестом, пятом. Так, 510 деньги. Так, отлично. Ты можешь нажать на М и купить что-то, если хочешь. Чупоник. Я очень хочу посмотреть над тем, как этот чувак страдает. Чё? Страдать. А чё так можно было? Ой, я на шестом месте, а ты на восьмом. Ты уходишь. Нет, седьмое, восьмое. Повезет. А, нет, не повезет. Сотку. Так, а как ты так... Повезло, блядь. Нет, не повезло. Есть. Ну, не то, что прям есть, но есть. 54. Блин, жвачку наступили. Да, жвачка, короче, такая штука. Да! Нет! Красавчик. Вообще он забит с четвертого раза, он забил шестого. Ну как так? Честно. Баги? Баги, дабл баги. Чувак, он шестого раза забил. Ну как так? Ну что, получается, будешь выше меня? Не знаю. Очень надеюсь, нет.
Так, раз я промазал, второй раз я влетел в серединку, третий раз через жвачку, четвертый раз подкорректировал, пятый раз забил. А получается, с пяти забил? Ну это же типа результаты предыдущего. Очень надеюсь, что ты будешь на более нижнем месте, чем я. Да фига себе, какой добрый человек, а? А, ну ты не человек, точно, я забыл. Я кот, ты че, я ладж. Ой, молочные реки и кисельные берега. Ну смотри, он в молоко постоянно. Ладно, это было слишком с двойным смыслом. Так. 5. 6. У нас с тобой 2 очка разница, так, хорошо. Очень надеюсь, что я выиграю. Очень надеюсь. Там, ну, хотя бы на 4-м месте буду. Только не говори мне то, что ты забил с первого раза. Так, ну это же нереально, да? Ага, и угол вы мне тоже нормальный не дадите, ну хорошо. 43. Как ты в торец-то? Так, 40, 30, 40. 42. Чувак, 42. Пап. С 5-го раза. Чё? А, с 4-го? Блин. Походу ты будешь... Так, раз, 2, 3, да, 4. 4 точно. Пара это 4. Да. Дабл баги это 6, а баги это 5. Кто-то стал разбираться, фига себе. Такая бесячая игра. А? Такая бесячая игра. Ну, пришли же, конечно, это, типа, нервы успокаивать себе. Вот с первого раза, вот взял чувак и забил с первого раза. Да. Я пятый. Четвертый. Такой вопрос. Куда пойдем? Нет, ну это же нереально, да? Я, пожалуй, сколько тут? 40... 44. 55. Нет, слишком много. Слишком мало. Давай, четверки. Да, пара. Изи. Пойду я с щепоткой. Пар. Тоже пар. Я через мостик пошел. Так, я покупаю себе ящик. Я пошел по нормальному пути. Ну, если бы я не 44, не 42 кинул бы, надо было там где-то 35 шарики закидывать. Теперь, когда я буду прыгать в лунку, из меня будут шарики. Можно прямо здесь покупать, а как... Нажми на «Я». Типа, так, а мне где там ничего не выпало? Мне только деньги нажми выпали. Нажми на «Шок». Да я знаю, ой, не туда. Шок. Я не буду сейчас покупать. О, окей. Когда забьешь с первого раза, то можешь смело идти покупать. О, чувака имя плачущее. Угу, я видел ТТшечка. Итак. Неплохо, 4-5 место. Мы потихонечку выходим. Очень потихонечку, но все-таки выходим. Фига себе, мне еще повезло, это вообще возможно. 45. Да ну хорош, я же на рикошет рассчитываю, а ну тут как это... 50. Изи. Хотя нет, нифига не изи, но изи. Ой, зря я да это сделал. Ты че, совсем дурак, что ли? А, нет, не зря. Так. Ракет. Оно очень медленно качается, в этом проблема. Я рассчитывал на упряжение. Что? Я отсюда играю? Вы... Чем место. Пара. И... 48, говорю тебе. Прыгай, когда... Вот, 48. Я же говорил. Здесь... Нет! 48 тоже. Чё? У меня же получалось 48. Это не 48 было. Так. Значит,
Скорее закройся! А! Трипл баги! Семерочки или восьмерочки? Да, там со 1534 раза. Давай посмотрим. Так, я четвертое место, ты уже шестое. Девять коров! Девять! А где? Ага, что делает этот трамплинчик? Зачем он там? Да почему ж ты угла-то не даешь это... дальше, ну? Чувак со второго раза забил. Да. Как так-то? Это вообще возможно? Ну зачем ты так не вовремя? Ну вот это вот. Игл! Игл, Карл! Игл? Чего? Опять об эту штуку долбанулся, ну как? Издеваешься? Ты специально решил набить побольше? Нет! Зачем ты так поступаешь? Да блин! Клад баги, чувак! Чувак, он вообще теннисным мячиком играет в гольф. Ничего так. Теннисный мячик в гольф? Ну да, да. Ну зачем ты с первого раза забил? Я не с первого раза забил. Так, раз, с четвертого, что ли? С четвертого, это пара. Давай посмотрим. Надеюсь, я не буду на пятом месте, а то на четвертом. А, с третьего? Нет! Да. Я на седьмом месте, почему? Ой. Давай с первого раза, чувак, давай. Давай, верю в тебя, сможешь. Ну тут со второго раза вообще без вариантов. Пар. Да. Дабл баги. Ну ты что, издеваешься? Я мог это вообще со второго раза сделать. Ну так это карты проходят со второго раза. Ты что, со второго раза? Ну да. Не, если повезет, типа с первого, но обычно оно проходит со второго, да тут вообще без вариантов. Я сдавал, я шестого прошел, это нечестно, я вообще был на третьем месте, ты должен был стоять на восьмом до сих пор. Ты должен был гореть в аду вообще, такой. Я получу меньше монеток из-за того, что ты на более высоком месте. Да ты еще издеваешься. Я на шестом. Я попытаюсь забить как можно меньше, чтобы ты вообще остался где-то внизу. Не ушиблился. Опа-па, повезло. Так. 74. Чуваки. Да, 74. Черт, если бы я класс чуть-чуть получше остановился, так, бы. Я еще и прям перед тобой заехал. Это нечестно. Я протестую. Не, ну там можно было лучше сыграть. Я мог вообще с третьего раза забить, если бы не долбанный рандом. Наблюдай за этим. Трини Сакура? Кого? Инусметова. Так он ничего не делает. А, нет, делает. Делает. Бедный. Он когда каждый раз пытался через эту штуку пройти, вот что случалось с ним. Да. Ну зачем? Ну, а, о, кстати, вот тут хороший удар. Не пойду. А! Ты видел, как это было близко? Я прям слышу, как чувак матерится через монитор. Да там прям, да, истерика у чела случилась. Ну хорошо, давайте, пару луночек еще. Пятое место. Я на седьмом месте? На сотку. Предсказал на сотку. Где моя сотка? Так. 74, предсказывала.
прикинь, не 74. Больше, меньше? Нет, 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 нет. Слишком сильно. Нужен где-то 68. Доставьте меня тут! Нет! Что вы делаете? Нет, стой, 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 стой! Еще меньше. Стой! Надо. Остановись! 47. А, почти. Стой, чувак, нет, не поворачивайся. Да. Рикардо! Ну, это нельзя сказать Рикардо, это Рикардо надо говорить. Блин, столько ходов потратил, жаль. Надо было лучше механику изучать этой игры, ладно. Давай, Нузмелёба, забивай, мы тебе верим. Вперед, чувак. Да! А? От меня не верят. Так ты же забил уже. Нет. Я думал, ты уже забил. Знаешь, почему ты не забил? Потому что ты не шариками, а зефиркой играешь, она не круглая. Смотри, с какого раза я забил. С космического? 13-е. Тут сразу видно, просто берешь, смотришь на самое высокое число. Это же импосибру! Тупые шоколадки, ненавижу шоколадки, никогда их не кушал. Пар, ладно, пар. И 6-й уровень. Так, ты где? О, я тебя вижу. Зефирка летучая. Ты в кекс какой-то заехал. Что ты нафиг, долбаные зефирки? Зачем? Почему? Как? Вот так вот дети перестают есть сладкое. Ха-ха, такой пэйнк. Пэйнк. Давай. Ну же. Ну хоть чуть-чуть на упреждение бей. Ну же. Последний шанс. Ну, Николасу я тоже не повезло. Я должен был сидеть на третьем месте. Четвертое! И у меня 2 очка всего лишь разница. Так, мне сейчас нужно срочно хорошо сыграть. Ничего тебе не надо. Скатился? Я реально скатился, я уже... Меня не видно в табе. Понимаешь, меня просто не видно. 3. Если эти 3 очка сейчас мне дадут... Кто там у нас? Кокорота. Кокорота еще есть? Или он уже забил? Блин, по-моему, он уже забил. Черт. Мне нужно было сыграть лучше, чем он. Если я сыграл хуже, чем он, тогда я остановился на 4 месте. Я сыграл лучше... О, привет. 4-й. Блин, прикиньте, если я сыграл хотя бы на 1 поинт лучше, то я сейчас буду на 3-м месте. Если нет, тогда, тогда это печаль. Я должен был сидеть на 3-м месте. Я ненавижу эту игру. Зачем мы сделали места? Надо было сделать так, чтобы ты просто в лунку забивал все. Ну так ты просто в лунку забиваешь, ну, на места. Не надо было делать так, что первое, второе, третье, четвертое место. Так, ладно. Блин, я 4-й все-таки. Да. Да. У нас один... Блин, я сыграл на все-таки на 1 поинт лучше, чем он. Ну, ай, надо было на 2. Ну, короче, все. Ладно, 4-е место. Почти догнал 3-го. Почти догнал. Ладно, ребятушки. Спасибо, что были с нами. Тогда увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.